здравствуйте, ребята. Вы будете смотреть спектакль, который называется «Таинственный гиппопотам». Но только вы будете смотреть не одни, потому что одновременно с вами будут смотреть ребята во всей стране. Везде сейчас будут видеть и спектакль, и вас всех будут видеть. Вот видите, как интересно телевидение устроено. Так что сейчас, вот когда я говорю, не только вы меня видите, а и вот все ребята, и вас видят. Так раз так произошло уже, что мы встретились со всеми ребятами нашей страны, так давайте скажем этим ребятам здрасте. Ну-ка, давайте. Здравствуйте! И давайте им помашем руками вот так. И это они вот-вот. И, наверное, там нам тоже кто-нибудь машет. А теперь я вам расскажу про спектакль. Это сказка. Мы очень много играем для ребят сказок. А сказка ведь это вроде неправда, такого не бывает. Вот вы увидите, как тут всякие наши звери будут разговаривать человеческим голосом. Вроде такого не бывает, значит, вроде это неправда. А на самом деле сказка это всегда правда. Сейчас я вам докажу. Ну, кто из вас знает басню «Ворона и лисица»? Во, знает, так? И ты знаешь, да? И ты знаешь. Очень хорошо. Значит, ворона и лисица в этой басне разговаривают, да? А ведь ворона, настоящая ворона, никогда не разговаривает, правда? Настоящая, нет. И лисица настоящая не разговаривает. А в басне разговаривает. А в то же время эта басня про правду. Потому что лисица это вроде как и лисица, и вообще всякий хитрый человек. А ворона это вроде как и ворона, а на самом деле всякий глупый человек. Значит, басня это правдивая. И сказки, все сказки, они правдивые. Они, может быть, там про животных, как угодно, но они правдивые. И вот нашу сказку вы будете сейчас смотреть, «Таинственный гиппопотам», она тоже правдивая. Там всякие будут животные. Добрые, счастливые, несчастные, злые, хвастливые, глупые, всякие. И это все равно про людей. Только это вот как будто бы животные. А? Что ты? Что ты хочешь? Ты не надо, ты нам, ну, мало, еще жарко, ты нам не мешаешь. Смотри, ты что? Ты мальчик или девочка? Мальчик, а я думал, девочка. Ну, ладно. Значит, вот и эту сказку вы увидите, и мне кажется, вам будет интересно ее смотреть. Смотрите на здоровье. «Таинственный гиппопотам». Страна Мирликундия – прекрасная страна. В стране Мирликундии всегда цветет весна. В стране Мирликундии полным-полно зверей. В страну Мирликундию пойдемте поскорей. Бегемотик, у меня большой животик, но ведь я не виноват, что живот великоват. Я малютка бегемотик. Опа! Хорошо-то как. Ух! Ох, освежительно! Хоть шагаю неуклюже, я других зверей не хуже и совсем не виноват, что слегка тяжеловат. Я малютка, бегемотик. Опа! Ух, конечно, нет у меня у бегемотика Бори ни красоты, ни стройности. Ой!
Ух, а уж о ловкости и говорить-то нечего. Зато мой друг, львенок Лёва, вот уж кто красив, так красив, строен, так строен, ловок, так ловок. Во всей Миролекундии не сыщешь второго такого. И представьте, он со мной дружит. Играет, значит, со мной. Вот и сегодня он должен прийти сюда, на берег нашей полноводной реки Фарарам. Я для этого и вылез из воды, а то бы ни почем не вылез. Жарко у нас в Миролекундии. А в воду залезешь так, чтобы из воды один нос торчал, и не жарко. Кажется, идет. Прячусь-ка я поскорее в воду. Он придет, а меня нет. А потом я как выскочу. Вот смеху-то будет. Я лев, я Левушка, львенок, был весел вчера. А нынче напала печаль и хандра. Печали хандра, на меня напали потому что у меня нет. Понять бегемотик сумеет едва. Откуда хандра и откуда печаль? Это я. Глупые шутки. Как глупые? Я вчера так выскакивала, и позавчера, и ты смеялся. То было вчера, а сегодня у нас не вчера. Сегодня, а не вчера. Что-нибудь случилось, Лёва? То-то и нужно, случилось. Что? Что? Я узнал, что у меня нет. Постой. Лёва, а чего у тебя нет? Я узнал, что у меня нет друга. Как? А я? Разве я тебе не друг? Ну что ты? Ты просто так. Как это просто так? Ты не обижайся, Боря, но только ты обыкновенный бегемотик, а настоящий друг — это самый необыкновенный, самый красивый, самый умный, понял? Понял. Я тебя тоже, конечно, люблю. И все такое. Но только сам понимаешь. Я все понимаю. А мне позарез нужен настоящий друг.
А где ж его взять? То-то и оно. Где его взять? Постой, Лёва, постой, я придумал. Давай спросим у жирафа дяди Жоры. Он ученый, он все знает. У дяди Жоры? Да. Давай. Давай. Дядя Жора! Дядя Жора! А? Что? Дядя Жора, скажите, пожалуйста, где мне найти настоящего друга? Друга? Друга, но только настоящий друг, самый красивый, самый умный, самый ловкий. Скажите, пожалуйста, дядя Жора. Ясно, ясно. Я слышал твой разговор с бегемотиком. Дядя Жора, я вас очень прошу, помогите, пожалуйста, Лёве. Я не могу смотреть, как он страдает. Ему позарез нужен друг. Пожалуйста, дядя Жора, пожалуйста, помогите, дядя Жора, мне. Погоди, погоди. Может, я тебе и помогу? В книге, которую я читаю, собраны все слова от буквы А до буквы Я. Это словарь. Здесь должно быть и слово «друг». Посмотрим. Пу. Африка. Арбуз, абрикос, ангина, это на А, не то, пу. Банан, баобаб, опять не то, смотрим дальше, пу. Воробей, гриб, дуб, дырка, друг. Вот оно, это слово. А что же там написано, дядя Жора? Дядя Жора? Самым верным, самым необыкновенным, самым-самым и так далее другом в стране Миралейкундии может стать... Гипопотам. Кто? Гипопотам. Не гигипопотам, а гегипопотам. Нет, нет, не геги и не гиги, а гипопотам. А где он живет, этот гегипопотам? Пу. Ничего не написано, только сказано в стране Миралейкундии. Значит, у нас где-то. Может, в лесу, а может, и в горах. Может, в реке, а может, и в пустыне. Где бы он ни был, обязательно его найду. Он станет моим настоящим другом. Поиски могут быть трудными, а ты еще маленький. А в твоем не страшно, дядя Жора. О, ты тоже собрался, да? Ну, конечно, в пути мало ли что может случиться. Так что уж мы вместе. Вот если только Лёва возьмет меня. Возьму. Почему не взять вдвоем веселее? Ну вот что, многоуважаемые достопочтенные, желаю вам успеха. Спасибо, спасибо, дядя Жора. Спасибо. Спасибо. Неужели я найду своего настоящего друга? Найдешь, Лёва, обязательно найдешь, я тебе во всем буду помогать. Но только вот когда ты найдешь своего настоящего друга, ты будешь приходить ко мне иногда, ну как раньше, и мы будем играть вместе. Времени у меня будет маловато. Но иногда к тебе забегу. Почему не забежать-то? Спасибо. Ну, а теперь пойдем искать гегипотама. Да не гегипотама, а гигипотам. Нет гегипотам. Нет гегипотам. Нет гегипотам. Нет гегипотам. Постой, постой, Лёва, я вспомнил. Не геги и не гиги, а гипопо. Вот. Гиги, геге, гиги, гипопо. По совету дяди Жоры обойдем. Обойдем леса и горы, потому что... Потому что где-то там... Там живет гипопотам. Где-то там. Где-то там, где-то там. Там живет гипопотам. И затем гипопотамом мы шагаем по пятам. По пятам, затем гипопотамом мы шагаем, мы шагаем, мы шагаем по пятам. По пятам, по пятам, по пятам шагаем мы. Вишу на этой ветке мочи день. Почему вишу я, детки, ночь и день? Потому вишу я, детки, ночь и день. Что? Спуститься с этой ветки просто лень.
Эх, хоть бы знать, какой он из себя, этот гипопотам. Лёва, Лёва, иди скорее сюда. Иди скорее сюда, посмотри. Что? Может быть, вот это вот гипопотам, а? Где? Ну, вон, висит на ветке и смотрит прямо на нас. Скажите, пожалуйста, вы случайно не гипопотам? Не отвечает. Иди сюда. Давай вместе спросим. 3, 4. Давай. Вы не гипопотам? Ну и чего вы кричите? Я слышу. А почему же не отвечаете? Лень, потому и не отвечаю. Нет, не гипопотам я. А кто же вы? Медведь, что ли? Я не медведь. Обезьяна? И не обезьяна. Ленивец я. Животное такое. Ленивец Лёня. А что вы делаете на ветке? Не видишь? Вешу. И все? Вешу и ленюсь. Знаешь что? Он мне нравится. Спокойный такой, вежливый. Лишнего слова не скажет. Висит тебе и помалкивает. А тебе нравится? Да вроде бы ничего. Эх, я бы не стал никого больше искать, если бы он согласился стать моим другом. Слушай, спроси его, пожалуйста, что он это скажет, а? Хорошо. Давай. Извините, пожалуйста, что я вас опять беспокою. Вы не согласились бы стать другом? А он опять молчит. Давай опять вместе спросим. Давай, давай. 3, 4. Ой, не надо вместе. У меня от вашего крика в ушах звенит. Пойдите-ка сюда. Кем стать-то? Другом. Дружить, значит. Вот с Левой. Да. Ему позарез нужен друг. Ну что же, я не против. Большое вам спасибо. Большое спасибо, ленивец, что вы согласились. Ну, а что ж ты стоишь? Полезай ко мне на дерево. Будем висеть рядом. Вон, ветка. Хорошо, хорошо, сейчас я... А я не могу на дерево. А я тебе сейчас помогу. Становись под ветку, становись. Да, сейчас. Так, так, так. Ну, ну что ж ты, цепляйся лапами. Давай еще раз. Да, давай. Так, так, так. Да, ну... Вот, ну ж... Ну что ж ты? Эх, не получилось. Ну хорошо, подожди, я сейчас с другой стороны попробую. Может, у меня получится. Ну давай, другой... с другой стороны. Вот, давай. Вот, так. Держись. А, вот. Прощай, Боря. Прощай, Лёва. Дорогой друг. Ты звал меня? Нет, это я не тебя. Прощай. Дорогой друг. Дорогой друг! А что такое? А, это ты. Это я. Давайте о чем-нибудь поговорим. Вот еще новости. Да ты, я вижу, болтун. Нет, я не болтун, но надо же обсудить, как мы будем с вами дружить. А что ж тут обсуждать? Висишь и виси. Тебе что, не нравится, что ли? Нравится, конечно, но только львы... А что только? Висишь и виси. Ничего не делай, ни о чем не думай, береги себя. Не могу я ни о чем не думать. Не хочу я беречь себя. Не буду я с вами дружить. Не будешь? Нет. Ну и не надо. По правде сказать, и я не хочу с тобой дружить. Мне лень. Я лучше посплю. Ой. Послушайте, пожалуйста, ленивец, а как же мне спуститься вниз? Я вас спрашиваю, ленивец, как же мне спуститься вниз?
Боря! Боря! Я здесь. Боря, помоги мне, пожалуйста, спуститься вниз. А, сейчас помогу, сейчас помогу. Да, сейчас. Да, так, давай. Так, вот так. Вот так вот. Да, не повезло тебе с другом. Ничего, пойду дальше, еще повезет. И я с тобой. Пошли. Пошли. Дивная картина, запас растет день ото дня. У кролика, у Константина, а это значит у меня. У кролика, у Константина, а это значит у меня. Пять дочерей, четыре сына, и что не кролик, то родня. У кролика, у Константина, а это значит у меня. У кролика, у Константина, а это значит у меня. А? Шуршание. Или показалось? Нет, определенное шуршание. А? Возможно, удав Устин. А осторожности не помешает. Показалось. Определенно показалось. Кто-то идет. Лёва, давай отдохнем под этим кустиком. Мы, бегемот, не очень-то приучены ходить. Вот плавать – это другой разговор. А лучше давай его позовем. Он услышит и отзовется. Кого? Гиппопотама, вот кого. Три, четыре. Гиппопотам! Гиппопотам! Тихо! Вот он. Как быстро отозвался. Уважаемый... Многоуважаемый. Многоуважаемый гиппопотам. Мы так рады, что наконец-то с вами встретились. Мы вас так искали, так искали. Я... Ну, прямо с ног сбились. Нам известно, что во всей прелестной Миралекунде лучше всего дружить с вами. Пожалуйста, станьте ему другом, он очень хороший. Другом. Очень и очень. Вы никогда бы... Да что вы не провязались? Никакой я не гиппопотам. Я дикий миралекундийский кролик. Зовут... Константин, надо бы знать. Знаешь что, он мне нравится. Головенький, пушистенький, ушастенький. Я, пожалуй, с ним подружусь. Как ты думаешь? Тебе виднее. Как это дядя Жора говорит, глубокоуважаемый и... И достопочтенный. Спасибо. Ну чего вам? Глубокоуважаемый и достопеченный. Да не достопеченный, а достопочтенный. Ой, извините, пожалуйста. И достопочтенный, дикий миралекундийский кролик Константин. Станьте, пожалуйста, моим другом. Да, станьте его, пожалуйста, другом. А ты что, тоже кролик? Львенок. Да. Ну ж вот, дело не пойдет. Я дружу только с кроликами. Так ведь вы же тут совершенно один. Этого я-то один.
Пять дочерей, четыре сына, и что не кролик, то родня. У кролика, у Константина, а это значит у меня. У кролика, у Константина, а это значит у меня. А вы говорите один, да нас тысячи. Да, ловко вы прячетесь. Да еще бы, если бы мы не прятались, нас бы Устин всех заглотал. А кто это Устин? Тихо! 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 Это удав. Удав. Устином его зовут. Живоглот. Живоглот и разбойник. Если в глаза посмотрит, считай, пропал. Загипнотизирует и пошевелиться не сумеешь. Не то что там удрать. Тут он ползет и заглотает тебя целиком. Жуть! Жуть! Да. С таким не подружишь, а? А почему бы вам не подружиться с кем-нибудь, кто не кролик, а? А зачем? Мы тут все родственники. Вместе морковку воруем, добываем. В жмурки играем. В жмурки? Это моя любимая игра. Я любое дело ради нее брошу. Лёва, ты поиграй с ним в жмурки, вот он с тобой и подружится. Думаешь? Давайте сыграем в жмурки. Давай. Только чур не мне водить. Будем считаться. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Мы кролики считаемся по-другому. Мы кролики считаемся так. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Он охотника встречает. И охотник удирает. Громким криком ой-ой-ой удирает он домой. Вот. Тебе водить. Согласен. Становись под колокольчик. Вот. Так, так. Ой! Давай я тебя раскручу. Нет, 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 это я. А он не играет. Поймал. Это нечестно. Вы вдвоем начали играть, а вас тут вон сколько. Лёва, ты с ним не играй, он тебя обманывает. Я с тобой больше не играю. Да подумаешь, и не надо. Без вас обойдемся. Нам посторонних не нужно. Верно я говорю? Верно! Не нужно! Это как же так не нужно, а? Вот я, к примеру, бегемот. А я очень люблю Лёву. Хотя он лев, а я бегемот. А мы кролики. И вообще, какая мне будет выгода, если я стану твоим другом? Выгода? Ну, польза какая? Не знаю, я об этом не думал. Вот если бы ты мне мог дать, к примеру, морковку, или там, на ходу конец, репу. А так, зачем мне с тобой дружить? А я думал, что дружат не для выгоды, а просто так, потому что любят друг друга, потому что жить не могут друг без друга. Ха! Что это значит? Просто так. Ты мне, я тебе. Это я понимаю. Так что будь другом, не лезь ко мне в друзья. А Лёва и не лезет. Он предлагает тебе от чистого сердца. А у тебя сердца-то, видать, и нету. Грызун ты, вредитель сельского хозяйства.
Это я-то вредитель? От вредителя слышу. А кто в огородах ворует? Не ворует, а добывает. Нет, ворует. Нет, добывает. Нет, добывает, 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 добывает. Оставь его, очень уж деловой. Да. Одно слово, грызун. Ах так? А ну, проваливайте отсюда. И уйдем. Сами уйдем. Не очень-то вас, обманщиков, испугались. Скатертью дорожка. Скатертью дорожка. Голубенький, пушистенький. Ушастенький. А на самом деле, ты мне, я тебе, ты мне, я тебе, ты мне, я тебе. Да пошли отсюда. И все, пойдем. Пошли. Куда пустим, куда пустим, куда пустим? Есть у меня селенка, себя мы славно угостим, 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 угостим. Когда съедим крольчонка. И идут бегемотик и львенок. Может, и львенком заняться? Попробуем. Ох! Ой, какая красивая горка, а? Послушай, да давай взберемся на нее, посмотрим, не видно ли гипопотама. Давай, 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 давай. Так, тогда сейчас. Вот. Еще. Вот. И вот. Не, так. Что-то не видно. А давай покричим. Давай. Гипопотам! Гипопотам! Звали к вашим услугам. Это вы гипопотам? Да, я знаменитый мерликундийский гипопотам. Зовут меня Георгий. Видите ли, многоуважаемый гипопотам Георгий, я ищу вас по всей Мерликунде, чтобы предложить вам свою верную дружбу. Станьте, пожалуйста, моим другом. Станьте, пожалуйста, ему другом. Вы согласны? Согласен. Ура! Люба, а мне он что-то не нравится. Почему? Красивый, вежливый, с узорами. А вы что там шепчетесь? В обществе шептаться неприлично. Вы извините, пожалуйста. Иди-ка сюда, дружок мой. Вот смотри, какие у меня забавные глаза. Странно. Смотрю и не могу оторваться. И пошевелиться не можешь. И пошевелиться тоже не могу. Вот и славно, симпатичненький мой. Отпустите меня. А я тебя не держу. Вы меня держите своими глазами. Не смотрите на меня. Не смотрите на него. Ха-ха-ха, я не гипопотам. Я удав-устин. Что? Удав-устин? Нам все про вас кролик рассказывал. Не заглатывайте, пожалуйста, Лёву. Посмотрите, какой он тощий. Заглотайте лучше меня. Посмотрите, так, да, какой... но так, но ты слишком толстоват. Боюсь подавиться. А я сделаю для вас все, что захотите. Только отпустите, пожалуйста, Лёву. А что? Согласен. Приведи меня сюда, кролика Константина. Кролик... Это деликатес. А если он не захочет? Ясное дело, что не захочет, но это меня не касается. Но считаю до 100. Раз. Бегу. Два. Что же делать?
Что же делать? 10, 11. Бегу! Бегу! Я бегу, бегу. 5, 26. Что же делать, чтобы Лёву освободить? 8, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55. Что же делать? Что же делать, чтобы Лёву освободить и кролика не погубить? 70, 71. Я придумал. Костя, Константин, выйдь на минутку. Зачем опять пожаловал? 76. Просто поиграть с тобой захотелось в жмурки. В жмурки? В жмурки? Давай. Давай. Ты чур не мне водить. Нет, будем считаться. Хорошо. Заяц белый, куда бегал, в лес дубовый. И не стыдно вам, мы к вам по-хорошему, мы к вам с дружбой, а вы? А ты меня не стыди. Что там делал, лыка драл, кто украл? Вот, тебе водить. Не повезло. Не повезло. Становись под колокольчик. Становись. Так. Становись, Костя, под колокольчик. Так. Становись, так. Сейчас. Так, так. Оп. А теперь раскручивайся. Так, так. Раскручивайся, раскручивайся, раскручивайся. Я здесь. Где? Я здесь. 95, 96. Я здесь. Я здесь. 99. Я здесь! Здесь я. Повезло тебе. Прыщ! А, Константин попался. Беги, Костя, беги! А вот, Оливер, вот. А теперь попробуй загипнотизируй. Спасибо тебе, Боря. Выручил. Да ну что ты, Лёва, что ты? Каждый бегемотик поступил бы на моем месте точно так же. Зовусь я Павел, вам со мною не тягаться, вам я бедным предоставил право мною любоваться. Любоваться, восхищаться, восторгаться, удивляться, любоваться, восторгаться, восхищаться, удивляться и, конечно, огорчаться, что со мной вам не тягаться. О! Кажется, кто-то идет мною любоваться. Ну что ж, милости просим. А я люблю, когда мною любуются. Ох, красив! Да? Ну как? Я вам нравлюсь? Никогда не видел ничего подобного. Я тоже. Да? Ну что ж, я так и думал. То-то. Скажите, пожалуйста, вы случайно не гипопотам? Что? Нет, нет, я не гипопотам. Я слышал, что гипопотам довольно неуклюж, если не сказать безобразен. А я краса и гордость Мерликунди. Я павлин. Ах, павлин. Павлин. Ну что ж, полюбуйтесь. Раз уж проделали такой путь.
Лёва, я боюсь, не захочет он с тобой дружить. Ты обыкновенный львёнок, а он, смотри, кто, краса и гордость. Что? Дружить? Ну, а почему же? Я охотно буду дружить. Друг, это как раз то, чего мне до сих пор не хватало. Вот это вы сказали замечательно. Да. Лёва будет вам верным другом. Не сомневаюсь. Вот только колокольчики трогать не надо. Они звучат красиво только с моим голосом. Но ведь мы с вами подружились. Никаких но. Вы можете только смотреть. Вы можете только смотреть и восторгаться. А может, мы побеседуем, как беседуют добрые друзья? Конечно, побеседуем. Да, хорошо. Какая роскошная рама! Что такое? При чем тут рама? Я роскошен, а не рама. А мне идет? А вот это красиво! Вот это красиво! Не лезь, чужие подарки, не лезь! Не лезь! И поиграть нельзя, и побеседовать нельзя, да. Да, вот только восторгаться. А вас это не устраивает? Нет. Ну и ступай отсюда со своим толстобрюхим! Вы, пожалуйста, на нас не кричите! Боже, мне краса и гордость! Да. Гордость и красота! Не вешай! Эх, только с виду красив, а на самом деле похвальбун и жадина, верно? Да. На небесной высоте я качаюсь на хвосте. Я бананами питаюсь, а потом опять качаюсь. Я качаюсь на хвосте. Кто ты такая? Я мартышка Маша. У меня такой талант, я кого хочешь изображу. Вот. Я павлин, зовусь я павлин. Похоже очень на павлина. А вот еще у кролика, у Константина. А это кролик, молодец, хорошо. Очень похож на кроля. Ты молодец, просто очень хорошо. А вот тебя изображу. Нет, вот меня не надо. Надо. Нет, не надо. Надо. Многоуважаемый гипопотам, прошу вас, пожалуйста, подружитесь с Лёвой. Он такой хороший. Послушай, мартышка, да. Откуда ты все про нас знаешь? А я давно за вами слежу. Да. Еще слышу, незачем тебе искать твоего гипопотама. Дружи лучше со мной. С тобой? Да. Ты всех передразниваешь, все время обезьянничаешь. Ну, а как же мне не обезьянничать, если я обезьяна? Давай дружить. Будем болтать, кувыркаться, швыряться кокосовыми орехами. А вот когда надоест кувыркаться и швыряться, тогда что? Тогда я махну хвостом и прости-прощай. А я думал, что дружба это навсегда. А что такое навсегда? А навсегда это значит, навсегда. Нет, этого я не понимаю. Будем дружить. По лесу кружить. Ты мой друг, я твой друг. А ты третий лишний, мы с тобой не играем. А я к тебе и не навязываюсь. А он к тебе не навязывается? Нет, пусть уходит отсюда. А мы теперь с тобой закадычные друзья. Закадычные. Уходи, ой, ты нам с Лёвой не нужен. Ну что ты меня гонишь, я и сам уйду. А зачем ты его гонишь? Потому что я одна хочу с тобой дружить. Одна единственная. Ты теперь мой. Пошевеливайся. Ой, перестань. Не надо же, больно. Ой. Послушай, ты здоровая мартышка. Не буду я с тобой дружить. Не буду. Еще одним орехом кинешь, я тебе хвост отгрызу. Попробуй. Ой. Догони. Я не хочу.
его действительно нет. Гиппопотама этого, может, дядя Жора что-то напутал, а с другими дружба не получается. Да не грусти, Лёва. Еще найдешь своего гиппопотама. Вот увидишь, обязательно найдешь. Ой, крокодил. Я какой крокодил, я такой крокодил. Веселичок, рваха, парень, я вот какой я крокодил. И зовут меня Кирилл. Кто-то идет. Присмотримся. Мне кажется, кругом знакомые места. Да не кажется, а так оно и есть. Это же наша река Фарарам. Я узнал ее по глубоким тенистым заводям. Лёва, можно я окунусь, а? Давай, только быстро. Одна нога здесь, другая там. Хорошо. Слушай, вон за тем холмом начинаются наши места. А я сейчас плаваю и погляжу. Жди меня здесь. Хорошо. Эх, обошли всю страну и не встретили никакого гиппопотама. А ведь он мог стать моим лучшим другом. Эх, значит, не судьба. Что это значит, не судьба? Что это? Не судьба, не падай духом, малютка. Ну-ка выше голову. Это говорю тебе я, крокодил Кирилл. Понятно? Понятно. Вот, люблю, чтоб все было по-честному. А ты мне с первого взгляду приглянулся. Давай с тобой дружить. А вы не обманываете меня? Обижаешь, малютка. Оскорбляешь недоверием. Ведь я какой крокодил? Я такой. Сказано, сделано. Но без лишних слов. Ты мне друг? Друг. Друг. Я тебе друг? Друг. Пошли на прогулку. На какую прогулку? На дружескую прогулку. На какую же еще? Ну ладно, ну хорошо. А куда мы с вами пойдем? В лес? В лес! Куда же? На полянку? На полянку! Зачем на полянку? А куда же вы предлагаете? В реку пойдем. Куда же еще? В реку я не пойду. Ты меня не дразни. Я нервный. Ну, пошли в реку. В реку я не пойду. Семь бед, один ответ. Опа! Отпустите меня! Не хватайте меня! Спасывай меня! Отпустите его! Не хватайте так, его! Так, а ты кто такой? Тебе что тут надо? Тебя трогают! Да ты только тронь, зеленый разбойник! Оскорбляешь комсомол! А ты зеленый? Вот это получается! Опять меня обманули! Зеленый! Опять бегемотик меня выручает! А что, если он... Что, если он не одолеет крокодила? Зубы-то у крокодила, ого-го! Выручать надо бегемота. Так, раз.
ну-ка, отпустили меня. Дай честное мерликундийское, что больше не будешь. Мерликундийское? Да. Даю. Кто-то, отпускай его. Плыви. Ну, Лёва, молодец. Ну, здорово ты его принял, когда он вниз. Нет, это ты его здорово. Нет, вместе. Вот его вместе мы его и одолели. Все, я больше никуда не пойду. Лёва, а может быть, мы не там его искали? Давай спросим у жирафа дяди Жоры, а? Давай. У дяди Жоры? Да. Давай. Давай. Дядя Жора! Дядя Жора! А, многоуважаемые путешественники, ну как ваши поиски таинственного гиппопотама? Да так и не нашли моего дядя Жора. Не нашли? Нет. А он поблизости. Как? А знаете что, дядя Жора? Что? Он мне не нужен. Я был очень глупым, когда с таким другом, как бегемотик, искал какого-то гиппопотама. Что ты сказал? С другом сказал. С другом. Да. Мне очень приятно слышать эти слова. А все-таки, друзья мои, хотели бы вы увидеть этого таинственного гиппопотама, ведь он тут. Что? Гиппопа тут? Гиппопа тут. А где же он? Дядя Жора, скажите, пожалуйста. Боря, посмотри в воду, увидишь. А, он речной житель. Понятно, понятно. Ничего не видно. Совсем ничего? Совсем ничего. Вот только мое отражение и все. О! Этого вполне достаточно. Как? Почему? А потому, мои друзья, что бегемот и гиппопотам это одно и то же. Как одно и то же, дядя Жора? Вы говорили, что гиппопотам красивый, ловкий, смелый. Самый красивый и самый ловкий во всей Мерликундии. Я рад, очень рад, что помог тебе это понять. Да. Обошли леса и горы, обошли. Но нигде гиппопотама не нашли. Оказалось, что не там. Здесь живет гиппопотам. Ты есть. Он и есть. Я и есть гиппопотам.